Приветствую всех, дорогие друзья, дорогие мои зрители, дорогие подписчики. Очень-очень извиняюсь, что не часто выходит видео на моем канале. Во-первых, я не успеваю всегда снять, часто выкладывать видео в YouTube. Время не позволяет, но извиняюсь, я стараюсь всегда снимать для вас видеоролик. И погода, во-вторых, не позволяет. Очень жаркая погода, прям в Руставе. Жара конкретная, 35, 36, 37 градусов. Даже камера не справится, чтобы я снял видеоролик. Сегодня немного погода нормальная, после дождя. Не жарко. Сегодня покажем руставский авторынок «Кавказус». Находимся в кавказском авторынке. Что я хотел сказать? Если вы хотите покупать машину из Грузии, не знаете, это, как все это происходит, тогда обращайтесь. Все сделаем. Подберем для вас автомобиль. Проверим. Максимально хорошую машину выберем. И самое главное, чтобы была нормальная цена. И чтобы в России вы могли продать и заработать несколько тысяч долларов или несколько сотен рублей. Если хотите заниматься машинами, зарабатывать деньги, тогда приезжайте, покупайте. Или если кто хочет для себя купить, тоже приезжайте. По всем вопросам поможем. И максимально все красиво сделаем. Много отзывов, много комментариев. Можете все посмотреть, как мы работаем, что мы делаем. Так что это уже я в видео не буду разговаривать. Вы сами можете посмотреть эти все отзывы. Всем тем людей, кто у меня покупали машины, они вам скажут, как мы работаем. А сейчас начинаем показывать руставский авторынок. Подпишитесь обязательно, мы начинаем показывать машины в руставском авторынке. Итак, до начала видеоролика про цен автомобилей из Грузии представляю вам те автомобили, которые купили в течение двух дней. 7 машин. Первая машина у нас Hyundai Sonata в комплектации Sport с люком, с комбинированным салоном, с Drive Mode, с полным кожаным рулем, с большим монитором, с кондиционером, 2.4 объем, пробег 56 тысяч миль. Второй автомобиль Volkswagen Passat, машина 2017 года выпуска, на тканевом салоне тоже свеженький автомобиль. Капот хорошенько не закрыли. Второй автомобиль вот это. Третий автомобиль Passat с LED-фарами Airline в ярко таком синем цвете. Тоже 17-й год. Здесь уже кожаный салон. Здесь комплектация другая. С LED-фарами. Третий автомобиль. Белый Passat. Тоже Airline. Тоже 2017 год. Эти все машины, которые я вам показываю, машины с минимальным ДТП, с минимальным повреждением. И у всех безопасность вся целая. Вот этот автомобиль. Этот автомобиль уже дальше. Ford Explorer. Отправляем дистанционно
Владикавказ с передними парктрониками, с задними парктрониками. Машина не битая, вообще машина не с аукциона. Куплена у дилера в Америке. Такой интересный тоже автомобиль. На кожаном салоне. Полный фарш. Вот тоже такой интересный автомобиль. Дальше Ford Fusion. Titanium, 17-й год. Нет, 18-й, извиняюсь. Titanium EcoBoost, 2-литровый турбо на полном приводе. Просто пушка. Litio. Тоже кожаный салон. Джойстик переключения передач на кожаном руле. Sony аудиосистема. Подогревы и охлаждение сидений. Двухзонный климат-контроль. Тоже едет в Россию. Спереди LED-фары. Все машины едут на растаможку в Армению. Затем в Россию на российские номера. И последний автомобиль в этом выпуске у нас. Ford Fusion, 17-й год, 1.5 двигатель, базовая комплектация, в черном цвете, старт-стоп, тоже с джойстиком переключения передач. Вот такой тоже интересный Fusion. Вот хозяева машин там стоят, не хотят видеться на камеру, но и ничего. Если есть у вас желание купить автомобиль из Грузии, тогда обращайтесь ко мне, Арману Карапетяну. По всем вопросам поможем, подберем для вас интересный, хороший автомобиль. Поставим на российский учет, сделаем все документации необходимые. Вот такой ряд сегодня у нас машин. Так что подписывайтесь и следите за хорошими новостями. Начнем с бюджетных автомобилей. Первый автомобиль у нас Chevrolet Cruze в черном цвете, LT-комплектация, средняя. Сейчас по функции покажу, какие функции есть. ВИН-код покажу, можете по ВИН-коду посмотреть. Многие спрашивают, дешевые машины. Вот Chevrolet Cruze. По ВИН-коду можете посмотреть. Пробег 34 тысячи мили. Здесь старт-стоп или нет, ключей нету, чтобы я открыл, но насколько я знаю, здесь старт-стоп, подогревы, камера. Вот такой интересный автомобиль, цена $7000, окончательно хозяин говорит. Но еще, если что-то можно, реально, если хотите, можем еще позвонить, поторговаться. Очень интересный, кстати, Chevrolet Cruze. Видный такой. ВИН-код можете посмотреть, я вам показал. Растаможка этого автомобиля будет $2800. Машина 17-го года выпуска в черном цвете. Вот такой интересный, бюджетный, очень-очень интересный автомобиль. Поехали дальше, показываем другие варианты. Следующий автомобиль у нас кроссовер с хорошей прям историей, с не раскрытой подушкой безопасности. Вот ВИН-код. Машина 17-го года выпуска с пробегом 60 тысяч миль. Тканевом салоне, 2.4 объем, цена начальная $16500. На полном приводе. Интересный темно-серый цвет. Начальная цена $16500. Если вам интересует такой автомобиль, можем поторговаться, разговаривать с хозяином, посмотреть, сколько скажут, что скажут по цене. Растаможка данного автомобиля будет стоить $5300. То есть 16500 машина плюс 5300 растаможка. Машина с хорошей историей, можете посмотреть, с минимальными повреждениями вообще, в темно-сером цвете. Если нужен Санта-Фешка, тогда обращайтесь, можете забронировать данный автомобиль,
прямо сейчас. Смотрите ВИН-код дополнительно. Проверим, сделаем диагностику, поднимем на эстакаду. Снизу посмотрим, в каком состоянии. Все сделаем. И с документацией тоже разберемся, поставим на российский учет. А мы поехали дальше посмотреть другие варианты. Следующий автомобиль у нас Chevrolet Cruze. В комплектации Premier. В самой жирной, в самой максимальной комплектации. В бордовом цвете. С бежевым кожаным салоном. С двухзонным климатом. Подогревом, с парктрониками, с полным мультирулем, круиз-контролем, задней камерой, hand-up, то есть проекция на лобовое, мертвой зоной, люк. Круз в самой жирной комплектации, которая может быть. К сожалению, эту машину уже забрали за 8000 долларов. Машина с минимальным повреждением. ВИН-код покажу, если вам интересен бюджетный автомобиль, то тогда обращайтесь. Вот ВИН-код, но эта машина уже продана, уже забрали эту машину. Если такого типа автомобиль интересует, тогда обращайтесь. Еще раз повторю, Chevrolet Cruze Premier с минимальным повреждением. Цена автомобиля окончательная была 8000 долларов, и забрали мы. Ford F-150 2017 года выпуска с двигателем 2.7 Turbo EcoBoost в красном цвете. ВИН-код покажу. Тоже минимальное повреждение, можете посмотреть ВИН-код. Без ржавчин вообще. Гигантские просто зеркала. С тканевым салоном. С мультимедией хорошей. Большущий пикап. Очень люблю такие пикапы. Но скажу одну вещь, чтобы вы знали. Если для России хотите купить такой автомобиль, то в этом случае, если машина будет пикап, утиль сбор в России будет стоить 300 тысяч рублей. То есть это плюс будет. Вот такой интересный красный большущий пикап. Если интересно кому-то, можете обращаться. Цена 35 500 долларов начальная. Но скидка будет хорошенькая. Есть такие пикапы, есть, можно подобрать. Так что можете смело обращаться. Следующий автомобиль Forester. В самом последнем кузове 22 года выпуска. В сероватом цвете с минимальным повреждением. Повреждение было в переднюю часть, а были открыты. Была открыта только подушка руля. ВИН-код покажу, все посмотрите. На люке, тканевом салоне, электроручник, подогрев, охлаждение. На полном приводе. Монитор, круиз-контроль. Задняя камера. Не самый жирный автомобиль, не самая жирная комплектация. Но здесь повреждения минимальные. И плюс этого комплектация тоже не базовая, то есть нормальная. Цена данного автомобиля 22 тысячи долларов. Вот это ВИН-код автомобиля, чтобы вы посмотрели, дорогие друзья. 2.5 объем, пробег 8000 миль. Цена 22 тысячи долларов. Торг уместен. Можно торговаться, можно скинуться в цене. Растаможку почему не говорю, потому что точно на эту Subaru я растаможку не помню. Надо посчитать. Если кому-то заинтересовало этот автомобиль, тогда пишите на мой WhatsApp.
Мы посчитаем растаможку, посчитаем под ключ, узнаем окончательную цену, сделаем обзор для вас подробный и оформим, если хотите, такой интересный автомобиль. Очень классно выглядит, еще машина 22-го года, еще с пробегом 8000 миль и с минимальным повреждением. Hyundai Tucson в полном приводе. Вся заводская краска, не битая машина абсолютно, и не утопленник. Был вандализм в Америке. Вин-код покажу, посмотрите, чистый автомобиль, родная краска. На тканевом салоне Drive Mode, маленький монитор, мультируль. В синем таком интересном цвете. Цена очень привлекательная. $14 000. Самое главное здесь, вообще удара нет. Машина не утопленник. Можете по ВИН-коду все рассмотреть. Если заинтересовал такой автомобиль, тогда мой номер виден на экране и в описании под этим видео. Напишите на мой WhatsApp, мы посчитаем эту машину под ключ. Если надо, дополнительный видеообзор сделаем и скинем вам. Ну что, дорогие друзья, дорогие мои зрители, сегодня я вам показал автомобили с Руставского авторынка «Кавказус» с чистой историей, с достойным, в достойном состоянии. Если хотите купить автомобиль с Грузией, номер виден, звоните или пишите. Все пообъясню, все проконсультирую, все будет ясно, как эта вся процедура происходит. Приезжайте, забирайте, сделаем все документации, поставим на РФ-учет, и вы без проблем будете ездить. С вами был я, Арман Карапетян. До свидания, до скорых встреч. Еще встретимся с Руставского авторынка, так что подпишитесь, чтобы не пропустить новое видео.